Марина-то уже там? Марина Эдгардович на месте. А ты где была? Белочек в парке кормила. Вы чего? Я же даже раньше пришла. С нами поедешь. А что случилось? В пансионате на корпоративе женщину убили. Жусь, поехали с нами. Там лес, мы поработаем, ты Белочек покормишь. Прям как у дяди Макса. Мало ли таких машин в Москве. Пойдем. Это его машина. Тебе показалось. Все, пойдем. Давай, давай, сейчас опоздаю. Здравствуйте, Антонина Сергеевна. Здравствуйте, Антонина Сергеевна. Здравствуйте. Ну что, бегите. Ну все, пока. Пока. До свидания. До свидания. Привет. Привет. Поехали? Куда? Куда хочешь. Хорошо. Уважаемый, секундочку. Я начальник охраны, Владимир Федотов. А вы? Майор Потапов, Московский уголовный розыск. Хорошо, я к управляющей провожу вас. Давайте так договоримся. Если они отдыхать приехали, давайте минут через 15, чтобы управляющий к нам подошел, моих людей разместить, возникнут вопросы, я к вам обращусь. Ясно? Номер люкс для нашего лучшего сотрудника. Уж сколько у нас мероприятий проводили, ну, максимум посуду побьют. Ну, мебель поломают, морды друг другу набьют, чтобы убивать. А что, это мероприятие как-то по-особенному начиналось? Нет, обычный корпоратив. Фирма сняла на двое суток. Они вчера на двух автобусах приехали, отдохнули и поехали на экскурсию. У нас здесь неподалеку исторические места прекрасные. Да, покажете? Скажите, а кто-нибудь еще был здесь? Нет, нет. Корпус полностью арендован под фирму. Ага. Хорошо, мне потребуются материалы с камер наблюдения. Все предоставим. Только у нас
Видеокамеры на въездной группе, на ресепшене. В самом корпусе рядом с ним камер нет. Ну, как-то так. Ну, у нас бывают разные гости. Чаще всего они не хотят, чтобы личная жизнь их как-то... Пренебрегаем безопасностью. Ну, пока Бог миловал. Да вот уже не миловал. Пойдемте. Друзья, дамы и господа, мальчишки и девчонки, прекрасные люди и великолепные сотрудники, коллеги, я рад приветствовать вас этим вечером на нашей корпоративной прогулке. Надеюсь, что наша вылазка за город вам понравится. И за этим я хочу поднять тост за каждого из вас. Ура! Ура! Первый и второй, как говорится, перерывчик маленький. Поэтому позвольте поднять этот бокал за десятилетие нашей компании Дельта М и чокнуться с каждым лично, смотря в глаза. С возвращением. Ну, что у тебя там показывали в телевизоре? Я пойду подышу. Товарищ капитан. Мне так хорошо с тобой, Макс. Мне тоже. Врёшь. Не придумывай. Ты же встретился со мной только ради того, чтобы я не устроила скандал. Вообще, у меня много работы. Я очень устал, понимаешь? Ты изменился. Ты из-за неё, да, из-за Люси? Ничего не изменилось. Меня мучает, ты издеваешься надо мной. Всем привет. Привет, Леш. Доброе утро. Здравствуй. Ну, что у нас здесь? Анна Владимировна Пушкова, 27 лет. Смерть, предположительно, наступила 1:00 ночи. А тут уж я. Красивая. А вас сколько обнаружили? 2:30. Значит, тепленькая, да? А это ее номер? Нет. А другого сотрудника компании, Романа Кириллова. Он здесь? Нет, он пропал. Замечательно, значит, есть подозреваемый. Хорошо. Мариш, чего осмотр? Пока не знаю, был только визуальный. Я как только узнала об убийстве, сразу приказала никого не выпускать из здания до прибытия полиции. И охрану поставила по периметру. Замечательно. Вы сделали все абсолютно правильно. А ключик от номера есть?
У нас есть мастер-ключ от всех номеров. Ну, я заглядывала туда, и там ничего подозрительного нет. Замечательно. Ну, пускай специалист посмотрит. Мариш. О. Да, сделаешь? Пойдемте, я открою. Конечно. А что-нибудь еще? Если можно, кофе. И мне тоже. Работайте, ребят, работайте. Эх, мать, какая странная ты. Да, еще какая. Лёсь, ну не обращай внимания. Работа нервная. Мне знаешь, как попадало поначалу. Спасибо тебе, напарник. Ты мой герой. Так где герой? Вон девушку на свидание пригласить не могу. Герой. Все? Рухнули мои надежды, да? На магазине недалеко от дома мы работаем. А у меня мозг блокируется, когда на нее смотрю. О, наш Санька влюбился? Повезло тебе. Красивая. Мужик какой-то рядом с усами стоит. Какой мужик с усами? Расслабься, манекен. Сань, стоит твоя девушка у прилавка, и я о тебе думаю. Да ладно, серьезно? Серьезно. Так а может мне ее пригласить сегодня? Конечно. Ну ты чего, ты же не какой-то там офисный планктон, ты опер. Это звучит гордо. Ну, а если она вдруг в отказ пойдет, тащи ее к нам в отдел. За огромные 15 суток пока не влюбится. Напарник. Пойдем, Иваныч зовет. Наша служба и опасна, и трудна. А где Алексей Иванович? Иваныч просил передать. Значит так, на данный момент мы имеем некую Анну Пушкову, задушенную в номере некоего Романа Кириллова. Это произошло в час или два ночи. Так, Роман Кириллов пропал, следовательно, он первый подозреваемый. Ты, кстати, осмотрел на въезде камеры? Да. С 10 вечера никто не выходил, не уезжал. Угу. Ну что, нам предстоит опросить сотрудников фирмы, Сань. Их около 100 человек. Поэтому ты наберись терпения, ну, наруби там себе бутербродов. Я тебя прошу, Сань, не забывай включать камеру. Я к Алексею Ивановичу. Давай. Скажите, а куда смотреть? Не обращайте внимания. Вы имя, фамилия, отчество и занимаемая должность. Хорошо. Вы поймите то, что для нас это невосполнимая утрата. Это такая трагедия, что в голове не укладывается вообще. Вы представьтесь, пожалуйста. Да, да, конечно, да. Ну, хорошо. А Агафонов Сергей... Простите. Алексей Сергеевич, я непосредственно и являюсь, директором компании «Дельта АМ», которая работала, соответственно, Анечка. Вы ничего необычного не заметили? Заметил. Машина к корпусу подъехала, чувак из машины вышел, к двери подошел, стоял и уехал. Я должен сказать, что Анечка была таким чистым, таким кротким, порой даже очень незаметным сотрудником, что я не могу представить, кто мог это сделать. Допустим, Роман Кириллов. Допустим. Роман Кириллов, Ромочка. Это бред сивый, простите, конечно, кобылы. Ничего. Роман Кириллов, или как мы называем его, Ромочка у нас, это светлейший, интеллигентнейший человек. Таких, ну, таких просто нет нынче. Вы знаете, так бескорыстно, что ли, так чисто и светло прикрывать тыл своего начальника. Он не мог этого сделать. А сколько всего артистов участвовало в корпоративе? Ну, было несколько разных команд. Фокусники, аниматоры, музыканты, танцовщицы. Обычная программа, ничего не примечательное. Фокусники?
Фокусники в том числе, да. Ромочка работает в логистике, а Анечка в отделе кадров, и они на разных этажах. Да. Леша, простите, пожалуйста. Алексей Иванович, можно вас на минутку? Секундочку. Ромочка не мог. Че? В общем, обыскали мы номер этой Анны Пушковой. Там кое-что посерьезнее, чем просто убийство, вырисовывается. Что именно? Сумку нашли с белым порошком в запаянном пакете. Ну, похоже. Сколько? Килограмма 3. Вот тебе, девочка-лапочка. Ничего не трогай, вызывай экспертов из ФСКН. Пускай сами разбираются. Этого нам еще не хватало. Окей. Да, еще кинолога. Надо, пускай здесь все посмотрит. Хорошо. Вдруг какие-нибудь еще сюрпризы. Угу. Ладно, я пошел. Леш? А? Ну, возвращайся домой. Пожалуйста. Постараюсь. Работы много. Да у нас работа-то какая? Принеси, подай, пошел вон. Туда-сюда, туда-сюда. Как белка в колесе. Ну, что я мог увидеть? Давно здесь работаете? Не, пару дней. У них тут наплыв с корпоративами. Ну вот, наняли людей. Мы с Аней лучшими подругами были. Она меня привела в эту фирму. А давно вы с ней дружили? Со школы. То есть она вас посвящала во все свои переживания, личные дела, личную жизнь? Тайн у нас, конечно, не было. Что касается личной жизни, она не особо любила это обсуждать. А что ее могло связывать с Романом Кирилловым? Они тщательно скрывали свои отношения. Она же замужем. Ну, я, конечно, знала. Роман после экскурсии, он как-то неважно себя чувствовал. Сказал, голова болит. В общем-то, в основном он в номере был. В ресторан спускался, ну так, ненадолго. Потом ушел, и Аня минут через 10-15 за ним ушла. Ну вот как-то так. Вы сказали, что вы два раза в номер поднимали. Да. В первый раз меня не впустили. Потом минут через 30 вот как-то совсем кисло стало без Ани. Почему кисло? Вы лимоны ели? Простите. Ела она никакой не просто. Продолжайте, продолжайте. Ну и вот, я постучала в дверь, она не заперта была. Аня! Анюта! У-ху! А где Рома? Аня! Я как подумаю, что я за дверью была, когда... Ее спасти могла. Мы на протяжении всей экскурсии вместе ходили, а потом он приходит такой с обеда с сумочкой. Ну, а я как бы помню, что сумки не было. Вот. Я ему говорю, что откуда у тебя сумка? Он такой, да, она всегда была. Сумочка. Вот это? Да. Точно она. Марин. Леш. Ты еще долго здесь будешь? Ну... Так, чуть-чуть. Оставлю у тебя, а то таскаться неудобно. Да, конечно. Сегодня приеду. Леш, привет. Здрасте. Здрасте. Здравствуйте. Ну чего вы нас? Дернули, не могли, что ли, сами привезти? Послушай, ваша епархия, вы и разбирайтесь. В общем,
Дело очень простое. Надо определить, что за вещество, потом с собачками проверить, чтобы нас такие сюрпризы не ждали. Окей. Поняли, давай. Сделаем. Давайте. Хорошо. Принято. Давайте. У вас что-то было? Че? Ничего не было. Пойдем работать. Пойдем, пойдем. Где был? Я два раза заходил, тебя нет, телефон не отвечает. На переговорах. Ну и чё, как? Да так. Стаканчик принесите. Я по поводу дня рождения Артёмкина. Ты завтра уже, ты помнишь? Я ж помню. Эти бластеры, костюмы, я все надыбал. Как подъедешь, позвони, я к тебе выйду вместе там. Переоденемся и вместе зайдем. Договорились. А чё ты мрачный такой? Давай, рассказывай, что случилось. Володь, ну я что, из тебя вытягиваю, что ли? Давай, рассказывай. Да капец какой-то, с Надькой ругаемся постоянно. Бросается на меня, как... Че, бывает, переживем. Да мне кажется, что-то тут не так просто. Я помню, кто-то есть. Не понял. Что, серьезно? Ты думаешь, что у Нади кто-то есть? Я в это не верю. Она меня видеть не может, понимаешь? Она меня видит, ее корежит. Она ее просто раздражает. Сам факт того, что я, понимаешь? Сам факт того, что я есть. То, вот, ну, мое присутствие просто. Старик, это женщины, понимаешь? У них настроение меняется по 100 раз на дню. Ну, чтобы Надя тебе изменяла, я в это не верю. Да. Короче, завтра в 5 мы тебя ждем. Когда он войдет, первый вопрос задам я. Про наркотики. Второй ты. Про любовника жены. Ясно? Спасибо. Пожалуйста! Представьте, пожалуйста. Пушков. Пушков. Олег Владимирович. А вы знали, что Анна употребляла наркотики? Какие наркотики? Я не понимаю, о чем вы говорите. Вы извините, некоторые вопросы покажутся странными, но если мы их задаем, значит, имеем на то веские основания. Да чушь полная. Анечка даже не курила. Она вообще была очень правильная. Она никогда бы не позволила себе такого. Вы поверьте, я бы точно знал. Простите, а вы куда-то выезжали сегодня ночью? Нет. Дома. Спал. Вы почему меня об этом спрашиваете? Вы никуда не выезжали? Нет. А вы знали, что у вашей супруги была связь? Какая связь? Любовная. Вы хотите грязи найти? Вы убийцу найдите! Анечка была ясным, чистым человеком. Я не позволю вам пачкать память о ней. Я вас понимаю, Олег Владимирович. Людмила, вы не могли бы подождать за дверью, когда вы потребуетесь, я вас позову.
Ну, вы же меня простите, Олег Владимирович, я вас понимаю. Просто молодой сотрудник Людмила, она еще не во всем разбирается, людей сразу не видит. Понимаю. Поэтому я вас прекрасно понимаю. Давайте просто так. Поговорим по-мужски. Ну что за люди, а? Окурков понакидали, за собаками не все убирают. Люб, ты слышишь меня? Люб, что, ждешь только кого? Ой, к тебе, что ли? На старости лет надумала романа крутить? Ну, это ж не мы выбираем, мужики нас выбирают. Кому какая старая, кому в самый раз. Ой, букетище-то какой! Здравствуй, Николай Михайлович. Здравствуй, Любочка Леонидовна. Привет, Макроносый. Это сына. Заберет его скоро. Вот, цветы тебе. Ой, красота какая. Пойдем. Я тебя чаем напою. Цезарь, домой. Цезарь. Он знает, знает дорогу, придет. Молодец. Иди, иди, иди сюда, иди сюда. Завтра у внука Тёмки день рождения. Вот отпразднуем в семейном кругу, и я обратно к себе в Берёзово ночным. Я уже билет взял. Муж? Нет, сын. Лёша, он в милиции служит. Вот муж. Ваня. Он тоже в милиции служил. Подполковником. Был? Убили его. Давно? Да. 20 лет как одна. Коль, а может, не надо тебе никуда уезжать? У него два лица. Я сама не знаю, как это объяснить. Но у того, кто убил, два лица, я это видела. Давай так. Когда останется одно, ты мне скажешь. Товарищ майор, разрешите доложить? Ой, докладывайте, девчонки. Помещение корпуса других наркотических веществ не обнаружено. А если найду? Если ты найдешь, то привози это нам в отделение. А что сразу-то не забрали? У нас 4 вызова еще, Леш. На, что? Подпиши, пожалуйста. Ладно. И здесь. Угу. Спасибо. Тебе. Спасибо. Ладно, пока. Все, пока. Бывай. Давайте. Смешные. Ничего не было? Было, было. Но это было на войне. Пойдем. Я тебе потом расскажу. Хорошо бы побыстрее это дело распутать. Дело чести. В новостях покажут. Хорошая сумка. Лет 10 может не работать. Да. А можно на десяточку присесть? Давайте, хватит балаболить. Ты лучше свою жену предупреди, что дежурить вместо Коли остаешься. Уже предупредил. Алексей Иванович, а вы думаете, что там произошло? У нас вот экстрасенс есть. Может, Люсь, глянь там, кто эту девушку придушил. Так, я же сказал вам, хватит балаболить. Понять, что сумка принадлежит пропавшему Кириллову. Но почему он ее хранил у Пушковой, непонятно. Они что, в паре работали? Во-первых, нам нужно найти Кириллова.
Все присутствующие в корпусе на момент убийства были опрошены, в том числе обслуживающий персонал, аниматоры, танцоры. Кириллов дома в Москве не появлялся. Возле дома дежурили два наших сотрудника. Завтра начнем по нему отрабатывать. Всех знакомых, ближайший круг. Также отработать Олега Пушкова, мужа убитой. Проверить его алиби. Да, поднимите все крупные дела по наркотикам. Не могли не с такой сумочкой одни работать. Не могли. Коля, распредели все. Ясно? А, стоп. Подождите. У вас есть что-нибудь? Ну, значит, все. Привет. О, Алексей Иванович, здорово. Ну что, майор, будем обнимать новую звезду на погонах? Да кто сказал? Да земля слухами полнится. Вот болтунов развелась, а. Сказали, что ты гадалку на кофейной гуще белой подключил. Не гадалку, а сотрудника моего отдела. Особо ценного сотрудника моего отдела. Кстати, твоя? Здравствуйте. Поможете? Здравствуйте. Помогу. Мне нужно дело по ОПГ Крайного. Кличка Край. А это какие года? 90-е. Ну, жди тогда. Оп. Держи. А что, у вас ремонт, что ли? Вечный. Переезжаем. Я понимаю, строгий учет дел, которые на руки выдаются. Ну, если отправляем кому-то, да. А что? Не, если пришел за одним делом, а потом захотел и посмотрел другое, так можно? Ну, посмотри. Ясно. Ну, а если серьезно? Так просто, интересуюсь. Работа у меня такая, для любознательных. Угу. Ну, любопытствуй. Спасибо. Саня. Ну, Александр. Варя. Ну, Варвара. Визитку не выбрасывай. Прости меня, пожалуйста. Больше ничего не делай за моей спиной. Даже если ты считаешь, что делаешь мне во благо. Цезарь, прости меня, а? Цезарь. А? Ладно, иди давай, иди. Прости, пожалуйста. Устал? Да. Целый день в архиве посидел. Ого. Документы отца смотрел. Что так? Хочу разобраться. Давай одевайся скорее, папа из тебя на работу опоздает.
А я сегодня в садик не пойду, и тогда папа не опоздает. Угу. Пойдешь как миленький. То детям будет раздавать конфеты, печенье, которое всю ночь пекла. А шарик? На тебе шарик. Мам, дядя Макс на день рождения придет, он не в вертолет обещал с пультом. У папы спроси. Обещал быть. Целый год старше! Днем рождения! Днем рождения! Ой, расти здоровым большим, слушайся маму и папу. Спасибо. С именинником. Спасибо. А дядь Коль где? Я попрощаться хотела. А что прощаться-то? Он остается. Нам теперь ремонт на кухне предстоит. Это мне дедушка Коля подарил. Прекратите немедленно, мы оглохнем сейчас все. Класс. Ну, правильно? Кроме папы же никто не может ремонт там сделать. Я тебя тоже люблю. Пошли, Тёмыч. Печенье. Эй, вот что-то возьму. Я возьму. Да, и молнию ему внизу застегни. Хорошо. Все, застегни. Пока, мам. Ну, где наш пловец? А вон, похож, пруд. Угу. Я Варю на свидание пригласил. Ее зовут Варя? Варвара. Поздравляю. Чего у тебя с лицами? Да все тоже. Два. Не знаю, вот с твоей Варей все так четко увидел, а тут... Вы скоро? Ерунда какая-то. Бабочка. Ну и кто у нас тут открыл купальный сезон? Купаться-то запрещено. Это Роман Кириллов. А это что, он девку придушил и купаться пошел? Да не, не похоже, что он здесь купаться топится, да. Вытаскивайте. Сань! Идите, тихо-тихо. Не надо материал портить. Ну-ка, давайте-ка, ребятки. Опа. Алло, Иваныч. Ну что, мы, походу, нашли Романа Кириллова. Да. Угу. Ясно. Ну-ка, ну-ка. О, тут профессионалы работают. Один удар, мгновенная смерть. А ты можешь сказать, во сколько это произошло? Вероятно, сутки в холодной воде. Ну, одно могу сказать, что убили его до того, как он в воде оказался. То есть зарезали вы до или после убийства Пушкова, ты не знаешь? Пока нет. То есть непонятно, душил он Пушкова или нет? Капитан очевидности, а? Скажите, пожалуйста, а в день заезда артистов и гостей кто-то из посторонних появлялся? Да откуда я знаю? Вряд ли. Порядки здесь жесткие. Mm. Алексей Иванович, а? Детализация звонков мобильного телефона Романа Кириллова показывает, что ему несколько раз звонили около 5 утра. Предположительно, в это время он был убит? Да. А через оператора я выяснил, что звонки исходили прямо со стоянки пансионата. Из машины, которая его там взяла? Да. Возможно, как-то связано с наркотиками. У Андрюхи есть запись? Ага. Ты посмотри, может, машина на камеру попала. Номер, установи хозяина.
Хотя вряд ли это что-то даст. Давай. Привет. Привет. Чё по утопленнику? Сумка с кокаином вся в его пальчиках и только в его. Так что кто бы ни передавал сумку, он позаботился о том, чтобы не было его пальчиков, а Пушкова вряд ли настолько хитра, чтобы затирать свои отпечатки. Лёш. Понятно, что Пушкова не знает о наркотиках. Кириллов ей подбросил сумку в номер, может быть, случайно. Но зачем? Почему? Чё по пальчикам? Ну, в номере полно отпечатков их обоих, плюс стандартный набор персонала и горничная. Она одна на этаж. А по биологии? Есть кое-что обнадеживающее. А под ногтями у жертвы нашли частицы в коже, крови и ДНК предполагаемого убийцы. И они не совпадают с ДНК и с кровью Романа. Это понятно, что убили их кто-то другой. Да. Да. Алексей Иванович, мы его взяли. Да, тащи его ко мне. Люсь. Да? Ну что, давай включай свой рентген, посмотрим, работает он или нет. Опять издеваетесь? Мужа Пушкова нету алиби. Андрюха его минут через 20 подвезет. Думаете, он мог бы в пансионате? Почему нет? Подруга убитая, это Оксана. Говорит, что она сильно ревновала. Никак не могу поверить, что это произошло. Не хотела я ее на этот корпоратив отпускать. Я как чувствую. Вы там были? Где? В ночь убийства у пансионата. Я? Я никуда не выезжал. Вы там были. Да вы рассказывайте, не стесняйтесь. Как видите, нам все известно. Итак. Да, я туда заезжал. Я ревновал ее. Правда. Сильно. Всегда. Может, так, потому что сам не без греха. Первый раз отпустил с короткого поводка. Так далеко. А потом меня что-то тряхануло внутри. Я вскочил в машину, помчался туда. Но внутрь я не заходил. Сколько это было? Около полуночи. Но я сначала на психе думал, зайду внутрь, своими глазами все увижу. Потом я подумал, что я делаю. Я же и Аню, и себя своей ревностью позорил. Я уехал оттуда. Да. Понял. Я на обратном пути на заправку заезжал. Я там еще кофе выпил. Но я к пансионату не заходил. Сейчас жалею об этом. Вы что, его отпускаете? Даже образцы ДНК не возьмем? Ну зачем? Это не он. По данным сотового оператора, Кирилл звонил не он. Значит, убийца скрылся до нашего приезда в пансионат, так? Либо после.
Это искали Кириллова, а вот настоящего убийцу упустили. Ладно, пойдем. В общем, как я понимаю, муж здесь ни при чем. А если от кокаина плясать? Сделаем анализ, поймем, откуда он. Дальше. Да, резонно. Остается разрабатывать связи убитого. Ну, хоть так. Лёш. Ты чё такой? Что у тебя ещё? Да так. Ну, давай. Выкладывай. В бумагах отца нашёл. Он же делом Крайнова занимался. О коррупции в милиции. Я правильно понимаю значение цифр и инициалов? Это дело давнее. Чего ты полез? Хочу узнать, как отец погиб. Я с тобой это обсуждать не буду. Тебе не советую лезть в эту тему. Деньги через отца заносили? Я все сказал. Правда, что тебе дракон с тремя бошками привиделся? Да не с тремя, а с двумя. И не бошками, а лицами. Лёсь, извини. Лёсь, а на ремне того же. Простите. Что происходит, не понял. Работаем. Что, прессует? Ну, да. Ну, это по-дружески. Вы тоже по-дружески? Ну, а мне-то за что? Ты же знаешь, как у нас в армии. Чем больше прессуют, тем быстрее включаются твои внутренние резервы. Так точно. Только мы не в армии, я девушка. Ну, тогда, брат, терпи. Пойдем, пойдем. Давай. Ну, что ты с этими клоунами разобраться не можешь? Мне, что ли, вмешиваться? Поставь их раз на место. Ты же можешь. Прошу ваш заказ. Спасибо. Пожалуйста. Девушка, коньяк 100. Хорошо. Алексей Иванович, я не буду столько. Не. Это то, что тебе нужно. Пожалуйста. Спасибо. Ну, давай. Как, Алексей Иванович? Нормально, все хорошо. Все, все нормально. Я вас никогда не видела в таком настроении. В том состоянии. Настроение. Мрачное. Да.
У меня что-то случилось. Ну, тебе еще рано об этом, что маленькая. Не говорить не хотите, да? Ну, все. Все, пока. А, Алексей Иванович, это мой... Ты главное, ты все запомнил, что я тебе сказал? Да. Если они кусаются, то... Да, да. Ты тоже кусай. О, все, давай. Да завтра тяжелый день. У нас легких дней не бывает. Все, пока. Алексей Иванович, это мой дом. Да? Хорошо. Давай, все, держись, давай. Я-то держусь. Давай, пока. Все, давай.